В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по области в целом, в Лисаковске, например, вновь введены ограничительные мероприятия. Местная поликлиника сокращает объем работ. Прекращаются, значит, скрининговые медосмотры, профилактические медицинские осмотры. Если какие-то есть симптомы, например, температура, кашель, еще вялость, прошу обращаться, вызывать скорую помощь себе, неотложку. И также врачей на дом. Лисаковский надеется, что сокращение количества посещений таким образом должно уменьшить риск инфицирования. В поликлинику рекомендуют обращаться только в экстренных случаях. Ситуация по области неутешительная, поэтому режим самоизоляции снова в силе. Врачи же в очередной раз взывают к жителям с просьбой беречь себя и окружающих и соблюдать простейшие правила безопасности и гигиены. Соблюдать дистанцию не менее 1,5–2 метров. Обязательное ношение масок, средств индивидуальной защиты, обработка рук. Обязательно, пожалуйста, обрабатывайте руки антисептиком по приходу домой, в магазинах. Пока ограничения на работу поликлиники в Лисаковске установлены до 30 июня включительно. Но не исключена вероятность того, что ограничительные мероприятия будут продлены. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск, при содействии телекомпании «Акцент».